готовимся к очередной поездке. Наша задача сегодня испытать снегоход, потому что я потом позже расскажу, мы уже делали несколько неудачных выездов, и у нас он, короче, барахлит. В основном проблемы начинаются на горячую, когда двигатель разогревается, и он начинает, короче, стрелять, глохнуть. В городе уже нет возможности испытать уже, потому что все растаяло, уже лужи, вон там дорога вообще грязь. Вот, надеемся, что мы еще сможем сейчас проехать к Колхинскому плато, посмотрим, какая дорога там. Теплые солнечные лучи заполняют все пространство в этот весенний день. Снег под воздействием тепла тает, а когда приходит вечер, а с ним и прохлада, замерзает, превращаясь в лед. Кое-где дорога становится грязной, что затрудняет движение снегохода. Наша техника все так же неисправно работает, нагрелся, начинает глохнуть. Мы стали возвращаться обратно к машине, и как-то не хочется уезжать просто так из леса. Мы поехали по дороге, по одной, по которой еще не ездили, маленько вверх подняться, посмотреть, что здесь. И вот тут увидели скальник небольшой, и вообще интересно вот по этому распадку как-нибудь пройтись. Я здесь ни разу не ходил. Здесь вот огромные наледи, видно, что ручей какой-то бежал, ну, или бежит и намерзает. Две дороги уходят, одна вот туда, а другая вот налево. И интересно, надо по карте сейчас посмотреть, куда это выходит все дело. Артем с рацией остается около снегохода, я пошел немного пройдусь, прогуляюсь. Как слышно? Хорошо слышно. Заодно проверим, насколько рации по дальности работает. Ого, здесь снег. Сегодня прекрасная погода, раз уж мы в лесу, не хочется так просто уезжать отсюда, хотя бы задержаться на пару часов. Впереди виднеется он такой склон интересный. Правда, место какое-то загадочное. Я здесь не был. Ну, вот хочется пройтись, посмотреть. То, может, дрон запущу. Судя по карте, где-то вот этот распадок заканчивается. Здесь недалеко. Ну вот сейчас посмотрим. Вот впереди показался возвышенность показалась, и как будто здесь уже тупик. Сюда надо будет обязательно вернуться, возможно, проехать на технике. Место очень интересное, следов много от транспорта, ну, вездехода, естественно. Надо даже себе точку поставить, просто здесь покататься по этим местам, возможно, здесь охотятся, следов много старых животных. Свежих я пока не встретил. Ну, такая поляна прикольная,
Кажется, вот там впереди остатки зимовья. Сейчас подойду ближе, посмотрю. Такая поляна характерная. Ну, удобная, скажем так, для строительства избушки в этом месте. Поэтому возможно, что здесь что-то было. Местами следы пожара, обгоревшие пеньки. Вот на столбе видно, что чернота. И вот здесь вот такая небольшая построечка, что ли, лавка. Ну, короче, здесь что-то было. Там вот остатки из-под снега торчат. Вот. А вон там вот обгоревшее дерево полностью. Возможно, здесь было строение. Пойду сейчас поднимусь туда, на гору, наверх. И, может быть, оттуда обзор будет получше. Интересно, что вот в этом распадке, что дальше туда заканчивается он там. Только что я был вон там. И вот одна дорога, даже две, они там маленечко разошлись. Одна левее, одна правее пошла. Они пошли низом. Вот потом, может быть, летом я либо пешим походом сюда вернусь и прогуляюсь. Ну, либо на технике получится проехать. Дороги все-таки есть. Там вдалеке виднеется ЛЭПка, высоковольтная линия электропередач. Хотелось бы еще пройти сюда по распадку, но тяжело по снегу идти, он проваливается. Все, я возвращаюсь. Хорошо. Хорошо вот так прогуляться по лесу, особенно в тех местах, где еще не ходил. Как-то все новое, все любопытно, на все посмотреть. Верба уже распускается. Вон. Красота. Интересно, что здесь идет человеческий след, кто-то гуляет здесь, гулял. Ну, здесь, в принципе, недалеко населенный пункт, дома, буквально за горой. Ну, так что, кто-то здесь ходит, тропы звериные. Несмотря на то, что люди рядом, мы все еще находимся в поисках лучшего места для землянки. Все-таки у нас в планах построить что-нибудь такое. Ну, пока есть наметки, где посмотреть, но я туда не попал никак. Не могу попасть в связи с тем, что техника плохо работает. А это далеко. Единственное, что надо будет потом поход делать с учеткой. Возможно, ближе к весне, когда уже все подтает. И там смотреть, ну и уже оттуда отталкиваться. Как вариант, конечно, вот в таких местах можно рассматривать место под землянку, потому что здесь очень много горелого леса, сушняка много, недалеко, ну, из плюсов, недалеко от железной дороги, от населенного пункта. Одновременно это хорошо, но и плохо, да, потому что может быть больше людей, соответственно, большая вероятность, что найдут, разорят. Вообще место неплохое, там внизу бежит ручей, причем приличный, но вот сейчас, если ориентироваться на наледи, много воды, надо будет летом смотреть. Вот. Место прикольное на самом деле. Вон отсюда видно, какая наледь нависает прямо над дорогой. Тонны льда, вода светлая здесь, это речки. Вот. Все затопило там, лес есть, стоит во льду сейчас. Артем на месте, вместе со снегоходом у нас. Остужаем двигатель, то опять заглох, пока мы поднимались.
Так что сейчас будем возвращаться к машине. Мы возвращаемся назад. Сказать, что поездка была неудачной, нельзя. Каждая возможность побывать в весеннем лесу, полюбоваться яркими красками, просыпающейся от зимней спячки природы, это и есть счастье. В общем, проблему мы так и не решили. Глохнет он. Идешь на полных оборотах, когда он уже нагрелся. Он раз, ни с того, ни с сего, захлебывается. Чик стал, заглох. Вот. И, видимо, в этом сезоне уже не получится решить, потому что сейчас снег уже стоит, а его можно проверить только на, ну, короче, на нормальной трассе, чтобы погонять, чтобы он нагрелся и чтобы он шел на полных оборотах. Ну, в общем, вот так грустно заканчивать так сезон, потому что в следующем эту проблему придется опять как-то искать, исправлять, думать. У нас и так несколько поездок сорвалось вот из-за вот этих поломок. Так что такие вот дела.